я же за что я говорю. Не попадались там, ну, в остатках. Ну, там тоже действительно мясо. Посмотри, видишь? Вот этот лучше всего. Вот я же говорю, хоть на кролика похож, это вообще непонятно. Это отдельно как подарочек сделать? Ну, давай как подарочек. Так, это тяжело. Просто понятно. Да. Сейчас я сделаю. Она мне просто не любит. Это где работа, она просто не любит такое вот сильно, что-то навороченное. Ну, знаешь, нет, это такой, да. Есть, знаешь, вообще такие вот бывают стеклянные маленькие, да. Такие вот. Скажи, пожалуйста, как пишется Синай? На могу ли Синай? Можно я сниму? Снимайте, спасибо. Конечно. Спасибо. Без проблем. Мы рядом живем с вами в одном районе. Угу. А, давай. Вот это надо снять, эти ручная работа. Так, красиво. Два. Так, и сейчас точку. А, йод. Все, я и так выберу. Там получается, там напротив глобуса. А вот это сколько счастья стоит? Сейчас иду. Слушай, я его только... А ну, это не стеклянно. Такая, вот такая оригинальная розовая юбка. Да. Не, ну мне такое мне не надо. Это еще похоже на это. У меня просто я до этого и мышу стеклянную дарила, тигра стеклянного. Ну ты поняла, да? То есть я как бы уже думаю, надо, наверное, все раз в стекле, так оно уже все в стекле должно быть. А тебе потом просто было на. Я ж только с работы приехала к вам. У меня по ходейке. Я поняла, спасибо большое. Нет, спасибо от всей души, но я тут вы первые, я сейчас пойду.